Функционирование предприятий, кроме приобретения экономической выгоды, преследует ряд важных социальных задач. Оно создает рабочие места, платит налоги и отчисления, создает продукцию, которой пользуется население. В рамках реализации городской целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства город оказывает финансовую поддержку начинающим компаниям. В частности, очень популярная субсидия для начинающих предпринимателей. В рамках этой субсидии начинающий предприниматель, а это предприниматель, где его компания зарегистрирована не более 2 лет, может получить субсидию до 500 тысяч рублей на покупку основных средств, на компенсацию арендных платежей и так далее. Субсидирование предприятий малого и среднего бизнеса предполагает партнерские отношения между бизнесменом и городом. Не каждый бизнес, тем более бизнес малый, он в состоянии платить высокие проценты. И для этого город компенсирует до 2/3 процентной ставки для того, чтобы предприниматель мог пустить эти деньги на свое развитие. С момента получения субсидии предприниматель должен отчитываться перед городом о целевом расходовании средств на реализацию проекта. Начинающий предприниматель, на мой взгляд, сегодня условия более интересные, чем были в прошлом году. Ну, во-первых, увеличилась сумма. Во-вторых, начинающий как никого другого надо поддерживать, потому что входить в бизнес сегодня достаточно сложно. Это понятно, поэтому это направление деятельности для нас является приоритетом. Успешное завершение проекта и полное выполнение бизнесменам взятых на себя перед городом обязательств подтверждает готовность предприятия к партнерским отношениям, а это дает право компании на иные формы финансовой поддержки.